В центре Твери сняли трамвайные провода. Рабочие убрали контактную сеть на проспекте Чайковского и Тверском. Ранее провода исчезли с улиц Коминтерна и в районе вокзалов. Работу проводит МУП ПТП-1. Оно же реализует сеть после демонтажа. Таким образом, надежды на возвращение Тверского трамвая на улице у горожан остается все меньше. Хоть согласно генеральному плану развития города, утвержденному администрацией, трамвайное движение в нем было предусмотрено. Напомним, что ранее активная работа велась по демонтажу трамвайных рельс. Проходила она в Заволжском районе города. Почему было принято решение о демонтаже контактной сети, пояснили в администрации Твери. В дальнейшем, когда будет реализовываться комплекс мер по восстановлению и развитию трамвайного движения в Твери, будет смонтирована новая контактная сеть взамен проводов, выработавших свой срок эксплуатации.